Игра очень хорошая, скоростная, быстрая. То есть команда тоже как бы, ну, молодая, поэтому тоже. Но мы тоже как бы стараемся за ними догнаться. Но пока сейчас мы в большинстве. Я думаю, надо попытаться реализовать большинство. Ну, я думаю, будем играть так же с оборотом. Зрители поддерживают, конечно, это очень большая поддержка. Спасибо зрителям, конечно. Будем стараться. Чувствовала, что играет два очень принципиальных таких соперника, равных. Спасибо за то, что до последних секунд видели, не сбавляли обороты, тоже хотели победить. Преимущество три шайбы немножко, конечно, команду расслабило. Никто не переживал, мы знали, что победа будет все равно. Все старались, все выкладывались. Тильзит упорный для нас соперник, тяжелый, вязкий. Это было видно и по игре. Но мы всегда играем до конца. Наша команда отличается тем, что мы боремся и выкладываемся полностью. Две вот этих забитых шайбы в последние две минуты, они доказательством именно нашего стремления к победе. Поздравляем мы с победой. Будем отыгрываться.